У нынешних доблестных стражей правопорядка подрастает достойная смена. В Твери 10 ноября, в День полиции, в одной из школ Твери прошло посвящение в кадеты первоклассников. 30 ребят пополнили ряды юных инспекторов дорожного движения. В церемонии приняли участие также кураторы и наставники кадетских классов, сотрудники полиции. Подробности у нашего корреспондента. Носить с гордостью форму, ходить строевым шагом и соблюдать правила дорожного движения юных кадетов учат с первого класса. На церемонии посвящения все тоже по-взрослому. Знамя, гимн, а главное – клятва. Горячо любить свою родину. Потом, по сложившейся школьной традиции, пятиклассники передали первоклассникам свои пилотки, которые носят кадеты с 1 по 4 класса. Теперь первоклассники – юные инспекторы дорожного движения. Не только будут изучать правила, но и примерять на себя профессию полицейского. Не зря же торжественное мероприятие приурочено ко Дню полиции. Мне в нем очень нравится, потому что там дисциплина. Да, у меня тут много друзей. И я планирую продолжить династию полицейских. Нравится хорошо учиться, получать пятерки, чтобы было хорошее настроение. Когда вырасту, стану полицейским. Когда одеваешь форму, так чувствуешь себя ответственно, красиво. Мне нравится очень кадеты, потому что они главнее. У кадетских классов есть куратор, а также наставники из ГИБДД и УМВД России по Тверской области, которые проводят с ребятами занятия, рассказывает кадет-шестиклассник. Мой куратор Анна Михайловна, мы с ней очень много куда ездим, она нам делает очень много развлечений. Мне этот класс очень сильно нравится. Ездили в Суворовское училище, там строевая подготовка, всякие ГТО. Всего в школе 7 кадетских классов. Учебная программа у них полностью совпадает с обычной. Но есть немало дополнительных дисциплин. Строевая подготовка, танцы, занятия по этике и многое другое. В начальной школе дети занимаются изучением правил дорожного движения и считаются юными инспекторами, которые помогают другим ребятам в школе узнать правила дорожного движения. В средней школе уже более серьезная работа ведется, правовая деятельность. Они занимаются в учебном центре МВД. Но самое главное, чему мы учим, это быть дружными, это быть кадетским братством, это отвечать за свои поступки, это быть примером для всех детей, которые учатся в школе. Самые первые кадеты, появившиеся в школе, перешли в этом году в 7 класс, рассказывает директор школы Вера Панкова. И уже сейчас можно говорить, что основная цель – воспитание у молодежи патриотизма – достигнута. Наш кадетский корпус появился уже 6 лет назад, сейчас 7 год. Это был социальный заказ родителей и такое веяние времени, когда мы понимали, что для детей важно как можно больше не только говорить о патриотизме, а реальными делами показывать, что такое любить свою семью, любить свою родину, какие дела нужно сделать. Кроме того, нельзя не отметить, что для ребят учеба в кадетском классе – это не только пополнение полезных в жизни знаний, как, например, правила дорожного движения или же правовых аспектов. Это возможность определиться с будущей профессией, примерить ее на себя и точно быть уверенным, что служба Родине – именно его дорога.